вы готовы, я надеюсь. Милостивый государь, мои люди сказали, что они видели вас в цирке, как будто вы там демонстрировали фантастическую меткость в костюме Вильгельма Теля. Он. Коля, ну-ка развяжи его. Я предлагаю вам небольшую забаву. В этом барабане 7 пуль. Если вы этими 7 пулями разобьете головы 7 торпсихорам, я оставлю вас в списках живущих на этом свете и даже отпущу вас на все 4 стороны. Я в женщин не стреляю. Вы образованный человек. Уничтожать произведение искусства, по-моему, это варварство. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Нет высшего наслаждения для интеллигентного человека, чем уничтожить мировой шедевр. Уничтожить. А потом я знаю простых людей. Братья, вам нужны эти каменные бабы? Или вам нужны здоровые, работящие, живые девки? Выбирайте, милостивый государь. Или вы будете стрелять, или я. Я, конечно, стреляю хуже, чем вы. Но все-таки я убежден, что даже одной из этих 7 пуль с этого расстояния мне хватит, чтобы размозжить вам голову. Считай до 3. Раз. 2. 3. Хорошо. Я согласен. Ох и подлец, это ж добро народное! Смертельный номер. Зрителей со слабыми нервами просим покинуть цирк.